канале Кулинарим с Викторией. Добро пожаловать! Сегодня готовлю кексы на кефире. Очень вкусные, воздушные и готовятся буквально за считанные минуты. Для приготовления мне понадобятся следующие ингредиенты. Мука, растительное масло, 2 яйца, кефир, сахар, разрыхлитель, щепотка соли и ванильный сахар, или можно использовать экстракт ванили. Тесто замешивается очень быстро, поэтому я уже поставила разогреваться духовку на 180 градусов. Все ингредиенты должны быть комнатной температуры. В емкость отправляю 2 яйца. К яйцам добавляю пакетик ванильного сахара, это 8 грамм. И 150 грамм обычного сахара. Если вы любите послаще, то можно добавить 180 грамм сахара. Перемешиваю венчиком. Что хорошо в приготовлении этого рецепта, что все можно перемешивать венчиком. Миксер нам не понадобится. К яйцам и сахару добавляю кефир. 250 миллилитров. И растительное масло. У меня 70 миллилитров растительного масла. Без запаха. Еще раз хорошо перемешиваю. В муку добавляю щепотку соли и 2 чайные ложки разрыхлителя. Если вы готовите с содой, то погасите в кефире 1 чайную ложечку соды. Перемешиваю муку с разрыхлителем и солью. И добавляю в заранее замешанную массу. Перемешиваю до однородности. Как вы видите, все готовится очень-очень быстро. Тесто должно получиться не густое и не жидкое. Оно вот так стекает ленточкой с венчика. Я добавила в общей сложности 230 грамм муки. Полное количество ингредиентов я вам оставлю в описании под видео. В тесто можно добавить разные добавки: изюм, сухофрукты, шоколад, цукаты, орехи. Или если вы готовите, например, шоколадные кексы, то 30 грамм муки замените на 30 грамм какао. Формочки для кексов можно использовать разные: силиконовые или вот такие бумажные, которые можно вложить в металлическую форму. Выпекайте в том, в чем у вас есть. Я буду запекать в силиконовых формочках. Вот таких силиконовые формочки можно ничем не смазывать. Заполняем формочки где-то примерно на 2/3 части. Все формочки я заполнила. У меня получилось ровно на 12 штук. Отправляю выпекаться кексы в заранее разогретую до 180 градусов духовку на 25 минут. Выпекались они у меня 30 минут. Проверяю готовность деревянной шпажкой. Шпажка выходит сухой, значит, все пропеклось. Еще горячие кексы перекладываю на решетку и даю им остыть. И затем буду вам показывать и пробовать. Перекладываю кексы на блюдо и буду подавать к чаю. Смотрите, какие они красивые, пышные получились. Сейчас я вам разломаю один. Покажу, какой он получился внутри. Посмотрите. Запах такой, вообще прелесть. Сейчас я попробую кусочек, как и обещала. Получается очень-очень вкусно. Воздушное тесто и сверху приятная хрустящая корочка. Очень рекомендую вам приготовить такие кексы и порадовать своих близких и родных. Всем желаю приятного аппетита. Не забудьте подписаться на мой канал, ставьте лайк, пишите мне ваши отзывы и комментарии. А я всем желаю прекрасного настроения и до новых встреч с новыми рецептами.